Не знаю, сами не знаете, сколько стоит. Вот это интересный поворот. Всем привет, дорогие друзья! Из солнечной Турции. Сегодня солнышко хотя бы немножко проглядывает, уже лучше. Сегодня мы никуда не поедем, сегодня будет один день из жизни отдыхающего в отеле. Вообще, чем здесь можно заняться, что здесь можно делать. Покажу вам сауну, хамам, как здесь это что выглядит. Анимация, что она из себя представляет здесь, в этом отеле. Ребята стараются, их мало, но они с каждым днем, знаете, прибывают, их все больше и больше, еще какие-то появляются новые лица. Главное, у них один парень, кстати, я не знаю, мы с ним уже так, все-таки 7 дней общаемся, так до сих пор и не знаю, как зовут, потому что имена сложные, надо будет сегодня выяснить. В общем, если вам нравятся такие влоги, то вместе с вами давайте сегодня проведем этот день в нашем отеле. Поехали. Так, в общем, с утра нас, как всегда, встречают работники хамама. Потому что нужно обязательно по приезду в Турцию посетить хамам. Здесь он такой относительно небольшой, но девчонки стараются. Мальчишки тоже. Как вас зовут? Меня зовут Сердар. Сердар. Вы откуда приехали? Я сюда с Турции. С Турции именно. А, нет, я думала, греческий какой-то такой нет, есть подтекст. Похож, да? Ну, похож очень сильно на грека. Ну, расскажите, что у вас здесь, какие услуги предоставляются? Пойдемте внутрь. Лучше. Пойдемте внутрь. Это у нас, видите, какая реклама яркая. А мы с вами посмотрим. Сейчас я быстренько... Отсюда начинается... Спа-зона. Сейчас я покажу быстренько бассейн. Ну, бассейн – это бесплатное удовольствие, он здесь подогреваемый для всех желающих. А здесь нас встречают жрицы любви. Три прекрасные леди. Три прекрасные леди. Нет, красиво. Я сейчас хотела, знаете, что еще показать? Картину. Вот эту картину, посмотрите, обратите внимание. Как вы думаете, когда она была написана? Написана... Я хочу сказать, что дамы в теле здесь. Да. Вот сейчас модно, вот мне все пишут, что худые. Вот 40-й размер, ну ладно, ты по размерам вы не знаете, но что прям совсем стройные, знаешь, когда кости. А вот здесь я смотрю прям женщины с формами, как бы. Не, у вас есть одна пословица. Какая? 50 мягких лунок, могу вот, видите, как считают мужчины. А это баня турецкая, я так поняла, нарисована. Да. Это наш ресепшн. Это ресепшн, здесь просторно, вот здесь всякие программы, какие можно здесь сделать. Все виды массажа. Массаж с камнями, я сегодня попробую немножко снять. Вот мне делают массаж с камнями, сегодня покажу немножко, как это выглядит. Вот так вот выглядит пенный пилинг. И, в общем, довольно-таки уютное здесь. Пойдемте, пойдемте. Так, перешли на другую технику, потому что камера здесь, думаю, вряд ли что-либо покажет. Здесь очень уютная такая релакс-зона. Когда ты выходишь из хамама, ты здесь можешь полежать, попить чаечек. Да, да. Холодные горячие напитки. Да. И так вот прям аромат здесь такой-то, сауны, наверное, да, стоит? Да. Пахнет прям. Это наши две, это сауны. Важная сауна, это финская сухая сауна. Угу. Такое время. Но они вообще же входят, по-моему, во все включено. Можно просто так их посещать. Не обязательно, что вы сюда придете и будете... Так, ну а вот он хамам, где нам делали здесь... Ой, сейчас у меня все запотеет. В общем, вот этот камень, он горячий, да? Он подогревается как-то снутри. И, в общем, вас моют пеной, делают пилинги всякие, все такое. В общем, все это удовольствие. Сейчас потом расскажу немножко вам по ценам. Давайте пока еще посмотрим. А мы все уже, по-моему, увидели, да? Или еще нет, что-то есть? Кабинет, тоже так, массажный. Никакой маленькой джакузи здесь нет? Нет, а я... Да, мне кажется, я в каком-то кабинете видела что-то типа ванны какой-то. Здесь вот, видите, напитки готовят при входе. И здесь много массажных кабинетов. Фокусировались. Вот, я же говорю, вот джакузи стоит. Да,
Видите, темно, потому что здесь всегда вот такой вот интим поддерживается, расслабляющий. Я даже уснула, когда мне делали последний раз массаж. Потом что-то мне как-то за ногу дернули, и я проснулась. В общем, очень-очень здесь уютная такая атмосфера. И самое главное, доброжелательное. А вот здесь, вот видите, камни лежат как раз таки для... Да? Долго держат. Тепло. Вот да, тепло меня кладут на спину. Ну, в общем, сегодня я постараюсь попросить девочку здесь, чтобы она поснимала меня как-нибудь, показала весь этот процесс. Здесь у вас еще купить можно, соответственно, да, какую-то косметику. Спрашивают, что здесь можно. А вообще, какая турецкая косметика, знаете, хорошая? Вот у вас Харемс продается, знаете, такой? У нас тут и нет, да, она есть, но у нас на дому. Нет, я понимаю, но вообще, знаете, хорошая, она не хорошая. Вообще, какая в Турции ценится косметика? Люди пользуются нормально, у нас наши тоже местные. Пользуются ваши. А это что? Это мыло, вот с этого мыла создается пеночка, сабун на турецком будет, да. Закидывается специальный мешочек. Это кисе перчатка называется, пилинг-перчатка. Ну, пилинг-то перчатка, это у нас уже все знают, а про мешочек я не поняла, где мешочек? Нет, мешочек специальный, когда... А, потому пена, что да, вот, да. Смотрите, я, ну, понятно, когда тебя моют, ты это не снимешь. А, пены, очень-очень много пены у них получается, мне как раз было интересно, откуда она. Это за счет мешочка она получается, что там... Мешочек. И вот там, в общем, покажите, как вот так вот, да, делается? Вот так, да. И делается пена, так не снимешь. А это что такое? Это... Рисовое что-то, рис какой-то нарисован. Нет, это для загара. А, это средство для загара. Масло для загара? Масло, я знаю. Ага. Вот. А говорят, масло наоборот защищает, есть какое-то масло. Нет, от загара. Он ваш кожу темнит. Темнит наоборот. Вот, общем... Загар лучше темнее. И сколько такое стоит? Ну, в пределе $8, что ли. А по-китайски написано китайский, что ли? Ну, оттуда, да. С Китая, ясно? Нет, есть китайский. Ну, понятно. В общем, ну вот смотрите, видите, какая уютная атмосфера. Можно себя побаловать. Теперь по ценам. По ценам на хамам. Вот сам хамам. Вот первый день прилетели, что можно сделать? Первый день, вот смотрите, у нас есть вот такая брошюрка. Так. Что именно мы предлагаем нашим туристам. Ага. Видно, видно, видно все. Вот. Первый идет распарение полностью вашего всего тела. Потом приглашают в это роскошное место, как называется там. Он начинает делать пилинг. Пилинг – это ощущение вашей мышечной клетки специально. Ну да, вот я хочу показать, что вот такая для перчаточка. Для чего полезен пилинг, я вам тоже объясняю, давайте. Чтобы вы знали. Пилинг полезен, в первую очередь, для обновления вашей кожи, в вторую очередь, для вашего загара. При загаре очень многих туристов бывает, когда они загорают, у них облазит кожа. После этой процедуры кожа облазит вообще не будет, кожа будет очень шикарно красивая. Почему? За счет чего? Потому что снимает омерзшую клеточку. А так. Этим пилингом. Дальше после этой процедуры вам там же делают в хамаме пенный массаж. Пенный вот массаж так, да. Массаж с минералами. Мне делали так. Да. Из чего делается пенный, тоже объясняю. Это только что, который мы снимали. Да, мыло. С этого мыла специально закинулся мешочек. Вот такая душистая пена. После этой процедурки ваша кожа становится нежной, мягкой, шелковой. Я ее называю, в общем, baby tone. Да. Многие поняли. Как? Да. Дальше идет релаксация, холодные горячие напитки. Потом мы вас приглашаем на основной массаж. Это классический массаж полностью всего тела. Он делается специально на аромамаслах. Почему еще мы добавили аромамаслами? Для вашего загара тоже очень хорошо. Не будет оголовок от этих массажей. Но мне по времени где-то 60 минут делали, да, час где-то делали массаж. Полчаса получается пилинг, вот эта вот вся процедура, и час массаж. Я сейчас скажу общую процедуру. Ага. Дальше идет очищение вашего лица. Маска. Масочка на лицо. Масочки у нас есть разные, это на ваш выбор. Если вы не знаете, что вам какую масочку на лицо положить, мы это сделаем сами, посмотрим на вашу кожу. У нас идут водоросли, это морские водоросли. Добавляется смоле, пиробас, делается маска. Дальше идет у нас глина, шоколадка, нутелла. Это турецкий, да? Да, ну, у нас здесь все производится. Эта вся процедура по времени идет полтора часа, час половина. У нас цена, на данный момент, это вот нашего спа-центра, по-моему, P1 программка называется, стоит $25. $25? Да. Вот да. Так вот. Так, это такое очень удовольствие, это сейчас спеццена, $25. Так, эту программку мы, в общем, раньше продавали за 50 евро. Ну, это летом, наверное, она будет 50 евро стоить, а сейчас пока не сезон. Не, и в сезон теперь останется, допустим. Тоже $25. А массаж сколько стоит, допустим, час? Отдельно. Ну, смотря какой именно вы массаж выбираете. У нас все виды классический массаж. Классический массаж, час. Ну, я тоже могу вам его сделать за 25. За $25. Это он с камнями идет.
Нет, это классический расслабляющий массаж. С камнями вы говорите, это стоун-терапия. А нам вот с камнями как-то мне делают. Значит, вам прописали с камнями. Да? Да, с камнями идет уже чуть-чуть дороже. Основной он идет медицинский лечебный массаж, микс. Ага. И что мы туда тоже включили, он тоже объяснил, как это. Мы туда включили точечный массаж стоп, лимфодренаж, ага. Но медицинский массаж, да. Индийский массаж головы, и плюс в конце уже стоун терапия. Но камни не для каждого туриста можно. Если у кого-то есть грыжа на позвоночнике, мы камни не выставляем. Ни в коем случае. Но я знаю, что еще раковые, если, ну, в смысле не раковые, опухоли какие-то или склонность, ну, то есть нельзя нагревать какие-то такие зоны. Да. То есть как бы это нужно знать, обязательно да, нужно все это обсуждать. Сидит наш массажист. Ага. Нет, но самое главное, что здесь есть, видите, русские, которые могут, ну, в смысле, русскоговорящие сотрудники, которые могут, смотрите, на чистейшем русском, без акцента. Почему у вас акцента нет? Все для вас здесь было. Вот они наши аниматоры идут. Доброе утро! Доброе утро! Молодцы! Про гимнастика. Утренняя гимнастика. В общем, решила сегодня поучаствовать. В общем, гимнастику ведет. Не аниматор, а женщина какая-то из Германии. Она, видимо, преподаватель. А кот вон там ходит. Пожалуйста, куда ж попадешь? Хорошо, давай. Вот это choose the number. Смотрите, идем сейчас с Ваней гуляем по Конаклы. Мне просто интересно, видите, дорога, машина ездит, а здесь прям вдоль дороги столы стоят. Ну, это, может быть, ремонт в кафе идет, я не знаю. А так интересно, стулья так сюда, в эту сторону направлены, и дорога. Что-то необычное, да, Ванек? Так, просили меня сегодня поснимать турецкую обувь. Вот такую вот просто я увидела, джинсовую сейчас. Видимо, наверное, опять она в моде будет. Такие джинсовые туфли. Ну-ка, Вань, да, я посмотрю. Сколько же стоит? Здесь, видимо, из того разряда, что нужно спрашивать. Сколько стоит каждая пара? Или 1140. В общем, не пойму, где цена. Ну, просто заинтересовала меня такая витринка интересная. И вот это вот все, понимаете, под реплики, видимо, сделано. Сейчас хочется посмотреть, эти босоножки какие-нибудь есть. Это все кроссовки. Вот тоже босоножки. А где у вас цена? Ценник. Еще не изложил, уважаемый. А, еще нет? А сколько вот такие вот стоят? Вот такие вот босоножки. Это $40, девочка. $40? Да. А в лирах, если сколько? У вас вроде национальная валюта эти лиры, а все цены в долларах. В долларах покупаем, доллары продаем. Можно. А, вы в долларах. Да, пожалуйста. Эти тоже $40, да? Вот это тоже $40. Это сколько? 2400, да, получается? А рублей? У вас сколько сейчас? У нас 66. Это сколько? 66. Девушка, доллар у нас 66. Это 2640, девушка, получается. А, 2640, да, такие получаются. А это кожаные они? Натурально кожаные, фирменные вещи, да, фабричные. А вот джинсовые там при входе? Джинсовые есть $40 начинается, до 100-140 долларов. До 100 долларов. Да, до 140 есть. Ну вот смотрю, фэшн какие-то, но они, правда, с сеткой с какой-то. У нас выбор много, уважаемые, надо посмотреть спокойно только. Да нет, я смотрю, знаете, уже летние вот такие сандали, все-таки да? Сейчас сезон же уже. Хорошо. А вот такие вот, допустим, сколько стоят? Вот такие вот сколько стоят? Это заможет тебе $40 тоже. Сколько? Тоже $40? Тоже $40. Дали мне визитку. В общем, можете посмотреть, где это все находится. В
канакы. Вот видите здесь. Даже вот сам, кстати, продавец здесь нарисован, хозяин продавец. Ну вот эта обувь, конечно, необычная. Необычная. В общем, для тех, кто вот интересовался, сколько стоят кожаные куртки, какой сейчас ассортимент кожаных курток в Турции. Ассортимент очень большой. Вот зашли мы сейчас в небольшой магазин, ну или большой, это большой магазин у вас считается? Сейчас посмотрим с вами цены на косухи. Сколько косухи? Допустим, вот такая сколько стоит? Вот такая курточка сколько стоит? Ну это не кожа, да? Это кожа, да. Кожа? Это натуральная кожа. Ну такая кожа, она оригинальная, с белым сделана воротником. Новый фасон такой. Новый фасон. Сколько фасон такая стоит? Это $190. 190. Ну торгуетесь же вы. Так. Ну а модные какие-нибудь такие сейчас косухи вот именно вот молодежь, то что молодежь покупает. Новая кожа антилоп. Это антилоп, посмотрите. Новая. Так, кожа антилопы. Антилоп. Новая кожа. Здесь кармали. Ага. Сколько такая стоит? Это $210. $210. Размер максимальный? Размер все есть. Максимум. Какой максимум? Вот таких размер, вот. Размер? Да. Размер. XL, L, XXL. XXL есть. XXL даже есть. Да. Так, вот такого плана есть. Так. Ага. А вот по длине чуть-чуть, допустим, вот красненькие, сколько такие стоят? Размер нету, это работы, легкие. Работы другой, не плитарные, средние работы. А-а-а. И сколько такая стоит? Сколько? Первый клиент я делал специально сам. Так, ну так. Нормал $300, я тебе дашь $200. $200. Линия большая, очень легкая кожа. Ну легкая кожа, тоненькие, кожа, прям тоненькие, совсем, да, вот да, сейчас да, на вот весну. А вот такие сколько серенькие стоят? $170. $170. Хорошо, а самый дешевый вариант покажете? Вот самый дешевый вариант, самый простой. Самый-самый. А второй этаж, последние штуки $100, $120. По $100? Пойдемте покажите, какие по $100. О, $120. Ну, это вот единичные, наверное, там размеры, да, нет практически? Размер есть какой? Есть, XL, коричневый. Вот такой. Ну, мне кажется, она явно не XL. У меня XL, она маленькая совсем. Есть большая. А вот беленькая сколько висит стоит? Белая это такая. Маленькая. Это маленькая. Одна штука. Штучная. Вот ага, так. Да. Вот такой есть. Ага. Ну, да, давайте. Красная. Ну-ка, красную. Специальный штук, последний штук. Ну, это какая-то другая, разве это какая-то надо, такая жеванная кожа. Итальянский модель. Такой. Да, это итальянский. Итальянский, посмотри, кожа. Ага. Да, вегетал кожа это, вегетал. И сколько такая стоит? Размер, посмотри, по миру, какой размер, я не знаю. Не знаю, сами не знаете, сколько стоит. Вот это интересный поворот. Смотрите, какая отделка внутри. Девушка нарисована в виде бабочки. А, ну видите, тут подкладка сделана 40, так. 42 размер. Ну, размер понятно, да, это на красавице, на худеньких. А стоит-то сколько? Да, это интересный фасон, очень How much? А, вот это? Да. $140 это. $140 такая, да, понятно, это, понятно. 140. Но если поторговаться где-то за 120, можно, наверное, ее все-таки? Можно. И за 100? Нет, 120. И за 100. Ну, в общем... Симпатичные курточки у вас. Да, в общем, вас... хорошо. А вот самую такую модную, самая максимальная цена, самую такую вот прям, вот сколько стоит? Модная, типа, может быть, знаете, как пиджачком, короткую, да, пиджачком. Ну вот на сейчас. Пиджачком. Я вот такую вот в том году покупала, белую вот такую вот покупала. Интересная модель, новая модель. Так, а можно померить на меня, посмотреть, да, сколько да, она? Конечно. Сейчас вот у вас как раз... Так, ну вот смотрите, вот такая вот розовая коротенькая курточка. Она, конечно, он сказал, что размер есть. С воротником, вот с таким вот со стоечкой. Здесь с какими-то массой замочков с разными. Здесь, смотрите, как сделана подкладка. И здесь как будто бы вот это вот отстегивается. И сколько она стоит? У нас есть
черный, ручная работа, черный, вот такой. Черный ручной, нет, а вот такая, вот сколько, вот она вот симпатичная. Я сейчас ее померю, тоже покажу. Вот это, вот это сколько стоит? 320, чуть-чуть дорого. 320 долларов. Это антилоп кожа. Кожа антилопы. Антилопа. Так, понятно, идем дальше. Вот это вот смотрим. Ручная работа. Кожа антилопы. Черная. Черная. С такой вот, видите, отделкой. Это как отделка такая называется? Короткий, это чуть-чуть длиннее. Я отдал это короткий. Нет, вот, вот это вот называется вот этот вот, ну, вот такая пожеванная, как бы, как это называется? Это Versace, каталог модель. Versace, копия. Хорошо, копия, Versace фасон, да, да. Пожалуйста. В общем, очень красивая, ну, это даже большая такая, вот, видите, но она даже, мне кажется, стройнит немножко, да? Ну, надо поменьше, понятное дело, размер. Да. Так, сколько, вы говорите, стоит? Вот это? Да. Тебе 190. Мне 100. А нет, а подписчикам? Мне-то пока не надо. Джинс-брюки подходит, нормально. Ну, понятно. Вообще подходит. Ни короткий, ни... 190, тоненькая, прям совсем тоненькая курточка. И здесь еще, видите, она с резиночкой сделана внизу, с резинкой. Так, вот такая вот, мне говорят, классика. Знаете, такой коричневатый, серо-коричневый цвет, я бы сказала, да? Так, сколько-то? Она без замков, без всего, просто воротник не поднимается. На замочке сколько такая стоит? 150 долларов. 150 долларов. Ну, то есть цены разные. В принципе, вот у кого там бюджет, допустим, 100 долларов ограничен, могут у вас найти куртку себе там за 110 долларов, да? Вот, видите? И можно вообще прям совсем новые коллекции. Говорю, уже стали уходить, мне вот такую белую красивую не показали. Тоже она, видите, с резиночкой такая. И такая сколько стоит? А? 250, тебе 200. 250, 200. Так, в общем, смотрите, магазин называется Bella. Да, Bello, видите, здесь Bello, кожа. Так, подождите, главное, где он находится-то, чтобы люди нашли? Здесь Канаклы. Канаклы. Так, я сейчас выйду, покажу отличительные особенности. Да. Где и что. Так. Вот так вот, смотрите, со стороны Белла, кожа. И, может быть, на что у нас здесь может быть ориентир-то? Ну, в общем-то, знаете, вот мечеть. Мечеть, по-моему, вот с той стороны. И вот от мечети в эту сторону. Ну, вы увидите здесь улицы. Они здесь, в принципе, вот эти магазины все, видите, идентичные. Вот напротив тоже кожа, центр кожи, Ледер. И в середине, вот если, может, кто увидит, вот Ферат Маркет. Вот такие вот цены, кто просил показать по коже. А вот здесь тоже еще красивые какие куртки висят. Ну ладно, все не снимешь. Я сразу хочу сказать, что для зрителей, которые ни разу не были в Турции, вы должны понимать, что цену это нужно делить на 2 или на 3. То есть он называет цену от Балты, он даже иногда не знает, сколько стоит эта вещь, если вот вы заметили по диалогу. Поэтому моя задача просто снять, показать ассортимент, что здесь есть и из ассортимента. А надо понимать, что все стоит дешевле. Просто с ними нужно торговаться там. Ну, соответственно, говорит, меня не устраивает такая цена, уходить. И вам обязательно уступят. Потому что у нас в отеле девушка купила хорошую куртку. Она показывала, ну, не показывала, но, в общем, говорит, очень понравилось ей. Изначальная стоимость была 300 долларов, отдали ей за 110. Поэтому делайте выводы в три раза. Хочу сказать, что вот мы сейчас в Канаклы. Это очень-очень оживленный поселок. Здесь тоже шопинг на каждом шагу. Вот понимаете, на каждом шагу. Вот такая вот здесь длинная аллея из пальм. И везде кругом магазины. И тоже улочки друг за другом. И идут одни сплошные вот эти вот турецкие магазины. И вот мы сейчас заходили, то, что я вам кожу показывала, вот прямо и налево отсюда. Но она здесь приблизительно одинаковая везде, во всех местах. А вот платьице симпатичное летнее, какое я себе ищу. А сколько такое стоит платье? Это 45 долларов. У вас все в долларах? Почему в лирах нету цен? Где все в лирах? Где все дешево? 100 лир стоит? 300 лир. 300 лир. Скидка есть. Скидка. А что это? Это хлопок или что? Это шелк. Шелк. А по виду, по
не скажешь, что шелк. Так на хлопок больше похоже. Точно шелк? Так, а что-нибудь подешевле такого плана есть? Подешевле вообще. Ну, за 100 лир. За 100, за 120 лир. 977 лир. Сколько? 77 лир. 77 лир? Да, 270. А, 270. Не, ну 270 круто. А подешевле? Что есть подешевле? Тебе он какой размер? Вот, вот такой размер, ну, 50-й. 50. Можно померить? Тебе, вот так? 50-й мне. XL. XL. XL это? Ну, понятно, нет, мне это не надо, это мне дорого. А подешевле что-то такого же плана, но подешевле. А, ну это такой совсем легкое. Это дешевле. Это 150 лир. Вот это 150 лир. Ну, на наши деньги где-то 1800 рублей. 100 лир. А это что такое? Это, а, ну это, я думала, как комбинезон сделано. Это 100 лир? 100 лир. Ага, а вот это что-то похожее на лен, нет? Нет, это не лен. Это 150 лир. 150 лир. Это хлопок. Это хлопок. Льна нету. Льна нету, да? Шелк или хлопок. Ага. А вот такие, допустим, сколько стоят? Вот такая. 300 лир. 300 лир. То есть у вас такая вся дорогая одежда. Да, давай сама 250 лир. Сейчас, подождите. А вот это сколько стоит? Рубашка. Это 90 лир. 90 лир. Ну, да. Это же пляжная рубашка, да? Шалеры рубашки что, а? Это пляжная. Пляжная блуза. Так. Я смотрю. Да я такую я вот такую же пляжную рубашку покупала за сколько? У вас рынок приезжает за 10 долларов, это 700 рублей, ну 660 получается. А у вас она стоит дороже получается. Ну, другие свет. Так, и ужин. У нас вот такой вот простой ужин. Рис, бестроганов и овощи. В принципе, мне больше ничего не нужно. А у Вани макароны с огурцом и с помидором. В принципе, ему тоже больше ничего не нужно. Да, Вань? Ну что, дорогие друзья, у нас прошел еще один день вместе с вами. Все для вас по вашим запросам. Специально сегодня зашла, посмотрела кожу, мне она не нужна. Я купила несколько курток себе уже в Турцию, куда их еще больше. В общем, чуть-чуть была обувь, показала вам, какая обувь, но мне кажется, цены завышены. Мне кажется, все-таки цены завышены. В общем, обязательно поедем еще мы... Завтра, наверное, скорее всего, в Аланию. Посмотрим, запросы были на обувь, на платки. Вообще там пишут, почитала я в интернете, что есть базар. Есть базар какой-то в Алании. В общем, не знаю. На базар, который в среду в Конаклы приезжает, обязательно схожу, но он продуктовый. Я не знаю, кому вот интересны это цены на продукты. Но, в общем, тоже тут же это же все рядом. Почему бы нет? Чем нам еще здесь заниматься? А так... такой насыщенный день, знаете как, и анимация, и спа, и, в принципе, скучать некогда на самом деле. У меня как-то... Ваня, перестань. Они дерутся. Дерутся? Ну, кушать хотят. Коты голодные. В общем, ну, а всем огромное-огромное спасибо, что были с нами. Как всегда, всем добра, удачи, позитива, и обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Смотрите, для съемка для тех, кто спрашивает, можно ли купаться в море и купается кто-нибудь в море или нет. Показываю, видите, два смельчака. Но на самом деле здесь не только вот они, очень часто люди купаются, и женщины, и девочки. Все зависит от вашего порога чувствительности. Конечно, вода, я не знаю, здесь нигде не написано, сколько градусов. Но... уже купающихся видела довольно-таки много. И даже кто-то в отеле рассказывал, что ночью тоже ходили купаться сюда. Жми на пол.